Алексеевский дом культуры превратился сегодня в небольшой кинозал. Время летних каникул – всегда повышенный риск для подростков пристраститься к пагубным привычкам. Педагоги и врачи провели с ребятами профилактическую встречу о вреде наркотиков и никотина. Ребята, думайте своей головой. Пока вы молодые, не надо употреблять ни наркотики, ни курение, ни алкоголь. Организаторы встречи считают, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Наглядные короткометражные фильмы и мультфильмы показали ребятам, какие страшные последствия могут быть от употребления спайсов, наркотиков и никотина. От воспитания молодежи не остаются в стороне и ветераны. Своим примером ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Куприянович Коломойцев показал, что долголетие можно достичь правильным образом жизни и полезным трудом. Ребята пожаловались, что взрослые вокруг курят. В своих плакатах и рисунках в рамках конкурса они постарались отобразить свое отношение к наркотикам и постарались призвать взрослых подать им положительный пример.